быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, дай вам Бог, любимой, быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Маргарита Полуднева, моя любовь, счастливый человек. Например, однажды в четвертом классе, когда в нее влюбился Вовка Корсаков, и желая обратить на себя внимание, сбросил на нее утюг с шестого этажа, то утюг упал в нескольких сантиметрах от ее ног. На Вовку она не обиделась. Если бы он убил ее или покалечил, тогда были бы основания для обид. А так? Зачем обижаться на то, что не произошло? Она подняла голову, увидела Вовку в окне и сказала: «А, это ты?» И пошла себе дальше. И в 17 лет полюбила араба с роскошным именем Бедр-эддин Мария Мухаммед. Когда человек испытывает ненависть, в крови вырабатывается адреналин. А если чувствует любовь, в крови тоже что-то появляется. Что? Ты химик? Найди состав, формулу. Тогда сделают лекарство, человек выпьет, и в крови у него возникает вещество любви. Вещество любви. Я назвал бы это лекарство Марго, в честь тебя. Ничего не выйдет. Он уедет к своему гарему. Мель выветривается, а моя любовь к тебе не пройдет никогда. Она у меня в крови. Если сделать анализ, окажется лейкоциты, эритроциты и Марго. Ее волосы, как ночь. Скажи ей, чтобы дала соль. Сам скажи. Она не даст. Или высыпет мне глаза. Зачем вы ссоритесь? Я с ним не могу. Тогда зачем встречаетесь? Последний раз. Бедр-эддин Марии Мухаммед
уехал к своему гарему. Сложная международная обстановка не позволяла ему оставаться. От бедра произошло имя Марго вместо Рита и сыночек Сашечка, что в сущности счастье. Так что, если разобраться, от бедра пользы было больше, чем вреда. Тем более, что пользу он принес сознательно, а вред бессознательно. Не мог же он повлиять на международные отношения? Теперь, когда все успокоилось, и сыночек вырос, она даже отправила его поддержать папочку в трудной его жизни. Время шло. Марго ждала своего счастья. Постоянной готовности встретить и принять его радостно. Без упреков за опоздание, за столь долгое отсутствие. Однажды счастье явилось в виде обусевшего грузина по имени Гоча. Друзья сказали, что Марго специалист по Ближнему Востоку. Им казалось, что Гоча и Бедр-эль-Дин – это одно и то же. Когда вы едете на пески? Спроси у него. Опять поссорились. Я с ней не могу. Зачем едете? Последний раз. Гочи надо заметить, что он не собирался обманывать Марго. И сразу предупредил, что не любит ее и любить не собирается. Его сердце занято некой Ниной, но у них временное осложнение отношений.
Гочи был пианистом, и, выражаясь языком музыки, осложненная любовь была главной темой его жизни, а Марго являлась как бы побочной партией. Гочи был какой-то вялый, будто и не грузин вовсе. Когда шли по улице, она вела его за руку. Не он ее, а она его, держа в своей руке его нежные вялые пальцы. Иногда они останавливались и целовались. Это было замечательно. Марго умела жить моментом и не заглядывала вперед. А Гочи говорил, что человек на то и человек, чтобы планировать жизнь и самому руководить своей судьбой. Вот и спланировали, собрались с друзьями в отпуск. Скажи ей, чтобы закрыла дверь, дребезжит. Это не у меня дребезжит. Ну вот, пожалуйста, ей легче умереть, чем согласиться. Опять поссорились? Я с ним не могу. Тогда зачем вы ей... Последний раз. Иван Петрович, да идите вы домой. Что ж вы третью ночь не спите? Ну, хоть дежурки отдохните. Если что, я вас позову. Ну, нельзя же так себя изводить.
В рубашке родилась. Вылетела через неплотно закрытую дверь. И разрыв селезенки. А когда вырезают селезенку, ее кроветворные функции берут на себя другие органы. Так что без селезенки можно жить как раньше, не замечать, есть она в тебе или нет. А ведь мог быть разрыв в печени или сердце, например. Или дверь могла быть плотно закрыта. Операция, правда, прошла неудачно. Он же не нарочно. Еще чего не хватало, чтобы хирург нарочно поранил больному поджелудочную железу. Ну и что? Он отличный хирург. Тогда какой-нибудь сложный случай, кому все бегут? Королькову. И потом этого можно не описывать. Если этого не будет в описании операции, никто и не заметит. Ну, ты же не заглянешь. Если умрет, заглянут. Вскрытие покажет. Тогда родственники смогут подать на Ивана в суд. Его посадят в тюрьму. Если умрет. Если, конечно, есть родственники. Потому что все, кто был с ней в машине, насмерть. Это что такое? Женщина, я говорю, прекратите немедленно. Я кому сказала? Немедленно перестаньте плакать. Вы меня слышите? Вам нельзя плакать ни в коем случае. Больная. Я кому говорю? Вы меня слышите? Перестаньте плакать. Ни в коем случае, ни в коем случае. Немедленно перестаньте плакать. Вам нельзя ни в коем случае. Я вам сказала. Вы слышите меня, женщина? Вы не слышите меня? Перестаньте плакать. Вам нельзя плакать. Перестаньте плакать. Пожалуйста, я ей говорю, она не слушает и плачет. А что она, по-твоему, должна делать? Песни петь? Идите, не мешайте ей плакать. Если больной хочет плакать, то не надо ей запрещать, а предоставить для этого все условия. Говорю, все равно вы отличный хирург. Когда сложный случай, все бегут к вам. А случайность может быть со всяким, в конце концов. Это не случайность. Это судьба. Сейчас поедем на рентген. А каталог нет. Хочется любить так.
Пришли. Здравствуйте, я Нина. Я вас слушаю. Ему не надо было помогать. Он должен был справиться сам. Вы его погубили. Он погиб из-за вас, понимаете? Это же был несчастный случай. Это не случай. Он был очень талантлив и должен был платить за свою избранность одиночеством. Вы захотели сделать из него счастливчика, и он погиб. Но она же сама чуть не погибла. А вот она здесь действительно ни при чем. Ненормальная. Зачем она приходила? Мучиться. А теперь будем учиться снова ходить. Прошу. Я боюсь. Иди сюда. Я боюсь. Не бойся. Иди ко мне. Я не смогу. Надо. Ты же не хочешь, чтобы твои родные упрятали меня за решетку? У меня нет родных. У тебя есть друзья. У меня никого нет. У тебя есть я. Иван Петрович. Теперь я буду вашим лечащим врачом. А Иван Петрович? А Иван Петрович не резиновый. У него послеоперационные больные. А Иван Петрович? Ты знаешь, почему-то я, когда стала выздоравливать, потерял всякий интерес ко мне. У него больные, а ты молодец, у тебя хорошая заживляемость.
Выпишите меня домой. Что, надоело? Да нет, у вас здесь очень хорошо. Хорошо, замечательно. Курорт Рио-де-Жанейро. Выпишите меня домой. Не стирайте сразу, не носите тяжести не больше 2 килограмм. Удивительные руки. Они как отдельные живые существа. Такие умные, талантливые, красивые. Они никогда не могут сделать больно. Они ничего не роняют. Они потрясающе ничем не пахнут. Как кожа сухая чуть-чуть. А сам он пахнет, как цветущее дерево. Можно подойти, снять кору, понюхать ствол. Вот так. Ничего не получится. Нельзя создавать слишком высокую температуру кипения страстей. Таких отношений не бывает будущего. В общем, надо искать того, кто тебя похоронит. Можно тебя спросить? Какого черта? Чего ты ждешь? Мне тебя жаль. Забыл ключи? Надя. Я снял квартиру. И вот так, 17 лет назад, я, Иван Корольков, не смог бросить надежду. Прежде в молодости я шлоп никогда некуда было деться. Жениться мне и в голову не приходило.
Однако бросить ее было неудобно. Если бы Надежда требовала и упрекала, если бы говорила, что я обязан, я просто бы молча собрался и уехал. Но она... Я буду приходить. Ну, хочешь, поедем со мной? Ну, хочешь, поедем со мной? Поедем со мной? Это всякие там собаки привыкают к людям. А кошки, они привыкают к дому. И тебе все равно, с кем жить? Совершенно. Если, конечно, меня не пинают ногами. Должен же я иметь возможность свободы. А зачем? Чтобы быть свободным, когда захочу. Ну, ходи. Ходи, ходи. Ну, захоти. Только... Пожалуйста, не надо диктовать мне, что и когда я должен хотеть. А я бы на месте хозяйки взяла себе другого, нормального мужчину. А то ты и сам не живешь, и другим не даешь. Носишься, как мышь. Ну и сравнение. А кошачье? Наше кошачье дело — ловить мышей. Ну, конечно, если бы ты был котом, ты бы сначала попросил извинения у мыши, потом бы ты попросил извинения у хозяйки, потом бы ты попросил всех войти в твое положение. А где выход? А это зависит от хозяйки. Я бы на ее месте взяла себе другого кота, не такого интеллигентного. Thank you.
Такая. Это вот я. Звоню тебе. Тоска замучила. А кому хорошо? А ты меня не утешай. Я его лучше знаю. Я знаю, какие кнопки в нем нужно нажимать. Первая кнопка – это совестливость. А вторая – инерционность. Он тебя что, баян? Какие еще кнопки? Совестливость, когда он чувствует за собой вину. А инерционность – это когда он привыкает. Это как раз тот самый случай. Он перед ней виноват, и он к ней привык, видится каждый день. Очень опасное соединение. Ну, ты преувеличиваешь, там ни кожи, ни рожи. Например, для меня больные не мужчины, так что расслабься. Я не могу расслабиться. Я всю жизнь как пограничник на посту. Ну ладно, я ее выписала. Успокойся. Я перезвоню. Ты выписала Марго? Она сама напросилась. У нее же гемоглобин 45. Ничего, подымется естественными витаминами. Ты что, волосы красишь? Ты что? Они у тебя потемнели. Или ты побледнел? Ты же влюблен. Я этот язык знаю, влюблен. Знаешь, как у водителя после аварии появляется страх руля, так и я. Если б я сейчас не поднял ее на ноги, я бы потом не смог оперировать. У меня появился бы страх ножа. Все. Все. А то я за нее испугалась. Почему? Что ты можешь ей дать? Приручишь, потом бросишь. Конечно, обидно себе запрещать. Но мы взрослые тем и отличаемся от невзрослых. Дай-ка мне лучше историю болезни. Я долго ждал. И встретил, и узнал. И струсил. Может быть, слишком долго ждал. Как в детстве. В очереди на карусели. Аттракцион рассчитан на 4 минуты. А ждать надо 2 часа. По самым приблизительным расчетам, ждать надо в 30 раз больше, чем кататься. И так всю жизнь. Соотношение праздника и ожидания. 1:30. Всю жизнь стоишь в очереди, чтобы получить 4 минуты счастья. А люди стираются, изнашиваются. Я перевел тебя в палату для выздоравливающих. Каждый раз, проходя мимо, давал себе короткий приказ. Мимо. И шел мимо, и сегодня прошел. Сказал мимо, но заглянул
а твоя кровать пуста. Я ждала тебя. Сразу, как только я пришла домой, я тут же хотела вернуться назад в больницу. Когда звонил телефон, я так смотрела на него, что моя подружка смеялась надо мной, я смеялась вместе с ней. Я ждала тебя каждую минуту. Потом, каждый час. А теперь я буду ждать тебя каждый день. Ты куда? Сделаю нам кофе. Я без тебя не могу. Подожди. Посчитай до 10. И я вернусь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 10. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Что? Что тебе пора на работу. Действительно. Я пойду с тобой. Куда? В операционную. Я буду сидеть внизу на лавочке и смотреть на окна, за которыми ты стоишь. Я кого-нибудь зарежу. Не плачь. Я не могу уйти, когда ты плачешь. Ты больше не придешь. Приду. Я приду к тебе навсегда. Когда? Завтра. Сегодня у Оксаны день рождения. 16 лет. Росла, росла и выросла. Большая. Большая. Ну и маленькая. Хочешь, пойдем со мной? Ты кого-нибудь зарежешь. И я буду виновата. Лучше я тебя подожду. Посчитай до миллиона. Не считай. Займись чем-нибудь. Найди себе дело. У меня уже есть дело. Я люблю.
будь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи, чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Со мной, побудь со мной, не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю, тебя я ласкай огневою. Обожгу и утомлю тебя я лаской огневою, и обожгу и утомлю. Побудь со мной, побудь со мной, не уходи. Со мною пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, побудь со мной, побудь со мной. Ты хитрая. Раиса сказала мне, что ты ночью позвонила в больницу и выяснила, что меня там нет. Если меня нет в больнице и нет дома, значит, я в третьем месте. Тебе как жене было бы естественно поинтересоваться, что это за третье место? Но ты молчишь. Как будто ничего не произошло. Ты хитрая. Я старая. Я могла бы выйти замуж нормально. И жила бы нормально. А без ласки и любви человек сатанеет. Я с тобой с 30 лет, старуха. Я ухожу. Уходи. Я возьму фонендоскоп и бритву. Я возьму фонендоскоп и бритву. Возьми.
Я скажу Оксане. Скажи. Ты что, уходишь? Знаешь, с помощью ее мамы, твоя мама, когда-то уговорила меня остаться. Что? Ну, если говорить коротко, то я люблю другую. Нет, так не пойдет. Любовь – это любовь, а жизнь – это жизнь. И не надо все смешивать. Любовь – это и есть жизнь. А жизнь – любовь. Тут как раз надо смешивать. А раньше все было по-другому? Так было всегда. Тогда почему ты не ушел раньше? Я хотел обеспечить тебе детство. Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты хотел обеспечить мне детство. А теперь, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны. Ты хочешь стряхнуть меня, как сопли с пальцев. Как ты говоришь? А как ты поступаешь? Сейчас же положи портфель и возвращайся к маме. Но я больше не могу. Я ее ненавижу. Да, ты ее ненавидишь. Но ты ее и любишь. Вы прожили с ней 20 лет. У вас общий ребенок, общее имущество, общая испорченная жизнь. Вы с ней глубокие родственники. А родственников не бросают и не меняют. Мне плохо. А ты перестань бегать и сядь. Мне плохо. Прошло 3 года. Я поправился после инфаркта и получил место заведующего отделения. В жизни Марго не произошло никаких перемен. Ей сказали «жди», и она ждала. Ведь не может же человек уйти вот так и навсегда. Было в ней доверие к миру и отдельно в его представителям. И несмотря на то, что представители уходили, доверие оставалось. Thank you.
с вами встретились, ваш любимый куст, хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство первое нежной любви. Давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уж нет. И брожу я вся измучена, и невольные слезы катятся. Пред увядшим кустом давно.